Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Газпром газораспределение Черкесск, техническое обслуживание газовых приборов. Проходите. Инна Кирейтова к плановым визитам газовиков уже привыкла. Ежегодно, а иногда даже и дважды в год, работники газовой службы досконально проверяют газовое оборудование в этом доме, чтобы исключить риск утечки бытового газа. А еще рассказывают о правилах безопасности. И эти правила в квартире на зубок знают даже самые маленькие жильцы. Инна старается рассказывать детям о правильном и безопасном использовании газовой плиты. Ну, по мере необходимости мы всегда пускаем, но мы знаем, что у нас каждый год вывешивают объявления о том, что будет проводиться их техническое обслуживание. И мы уже сидим на готове, то есть знаем, что они придут, и поэтому пускаем. И всегда пускаем, когда, например, к нам постучат в дверь, и мы знаем, что это касается нашей безопасности прежде всего. Вот, поэтому вот так вот. Между тем, правила безопасности при эксплуатации газового оборудования необходимо знать каждому. Во-первых, стоит помнить, что любая газовая техника должна проверяться рабочими газовой компании ежегодно. И это не просто правило, которого желательно придерживаться, а обязательное условие. В каждом доме, где пользуются газом, должно быть проведено техническое обслуживание газового оборудования. Эта услуга выполняется обязательно, ежегодно и регламентируется действующим законодательством, а именно постановлением правительства Российской Федерации номер 410, согласно которому собственник помещения должен обеспечить надлежащее исправное состояние своих газовых приборов, а значит заключить договор со специализированной организацией и обеспечить выполнение указанных работ, то есть допустить специалиста до их выполнения. При этом техобслуживание обязательно необходимо производить, даже если в квартире никто не живет. Обычно газовики посещают пользователей планово, однако при необходимости их можно вызвать и самому. К слову, самостоятельно проводить замену и ремонт газового оборудования категорически запрещено, ведь халатное отношение к любой мелочи может привести к серьезным последствиям. К сожалению, мы зачастую сталкиваемся с непониманием, с халатным отношением наших граждан с вопросом собственной безопасности. Газовиков не пускают, отказываются от выполнения техобслуживания, ну и, как следствие, пренебрегают собственной безопасностью, безопасностью своих родных, близких, сохранностью имущества. Следуя всем этим рекомендациям работников газовой службы, любые риски с газовым оборудованием можно свести к минимуму. Главное – выполнять их согласно плану. Ведь иначе под угрозой может оказаться не только ваша жизнь, но и жизнь ваших близких и даже соседей. Алина Гидеева, Назир Капушев, Далиль Мирза, Архыз, 24.